А хто мені підскаже? Знаєте, анекдот. Західна Україна. В тролейбус заходить мужик в телогрейці з кулеметом. І запитався, хто мені підскаже, скільки годин? Тишина. Негр подривається. 15 годин, 12 хвилин, батьку. Сідай, синку. Я і так бачу, що ти не москаль. Хто мені підскаже, як відремонтувати апертуру? Апертуру, ну, в смислі, колесо діафрагми. Проблема следующая. Кручу, скачет. Ну, у меня объектоса 2, у них минимальная апертура 4. Скачет 4, 4,5, дальше даже не уходит. Иногда самопроизвольно скачет. Есть предположение на влагу. Почему в Назаре меня косило волной? Tomorrow bigger wave. 7 meters. Yeah? Tomorrow. Bigger? 7 meters. Wow. How big is this? More bigger. How today, big? Today 4. Попала вода на камеру. Были как бы глюки с апертурой, со всей хуйней, короче. И потом, когда она подсохла, понятно, соль, хероль, я как бы все это понимаю, но как бы это самое. Она тогда была там не бита, не крашена, еще там 3 дня как только в использовании. Поэтому вскрывать не хотелось. И так далее. Так вот, была проблема с самопроизвольными включениями. Летом оно закончилось. Видно, досохло то, что там было влажное. Сейчас недавно появилась эта херня. Видно, какая-то солька, херолька. Завтра попробую компрессором туда дунуть. Конечно, так адекватно, чтобы не порвать шлейфа. Ну, не знаю. Просто здесь проблема мне добраться до какой-то сервисной мастерской. Потому что, да, Европа, конечно же, и есть шанс, что мне ее по гарантии отремонтируют. Я, конечно, соберусь это. Я ничего не разбирал. Есть шанс, что отремонтируют, а есть шанс, что и нет. Хуй поймешь, что же Европа тут непростая такая, она, немножко цыганская Европа. Вот, но это, не знаю, в Севилье, наверное, ремонт. И, короче, и не поехав, не узнаешь, короче говоря. Может, кто-то разбирал ZV E10. ZV E10, E10, ZV, ZV E10, E10, ZV, EV, ZV, EV, ZV, ZV, 10, EV, EV, ZV. Вот. Мы вместе там в этот у Facebook либо у Instagram. Что с этим делать? Ну, чувствую. Завтра дуну, конечно, посушу на солнышке. Но если вылезет проблема, чувствую. Я как раз сегодня, блядь, думал, типа, а почему бы мне вот не устроить такое развлекалово? Ебануть в Севилью. Там сейчас плюс 50. Так, на минуточку. Интереса ради. Типа, а каково жить в плюс 50? Я просто в Севилье был в плюс 40 или 45. Ну, плюс 40. Ну, точно, 40 точно было. Что у меня веса охлаждало до 30-32 внутри, а за бортом у меня 40 был. А вот в плюс 50 я в Севилье не был еще. Я такой, что-то такое, у меня уже день такой, мысль. А не ебануть ли мне в Севилью в плюс 50? Так? Смеха ради. Посмотреть там. Сфотографировать термометр. Вживую. Вот. Наверное. Ну, вот завтра доремонтирую сортир. Наверное, поеду в Севилью. На Блаблакаре буду забивать маршрут. Потому как денег на топливо нема. Если кто разбирал ZV E10, либо сосед разбирал, либо брат, сват, соседа, свистните, народ. Что с этим делать? Вот. Потому что ремонт недорого будет. Хер, тут хер поймешь. Здесь, блядь, порой блядь, компрессор, блядь, на машину, блядь, для кондиционера заменить, блядь, там 30 евро работать стоит. Вот. А какую-нибудь, блядь, гайку, блядь, в телефоне, блядь, подкрутить, блядь, 130. Короче, хуй поймешь.